Сегодня день такой, Христос воскрес, всех здравствуйте, всем яйца, я принесу вам такой, вот я крутой, ведь я такой вот так. Спонсор этого ролика 1xbet, самый надежный букмекер, тут большие выигрыши и быстрые выплаты, а также помимо спортивной рубрики есть киберспортивные дисциплины. При первом пополнении 1xbet дарит вам 6500 рублей, подробности комментарии под видео. Там я на заставочке стала. Он сейчас будет весь ролик сидеть с фейспалмом, проверяйте. Посчитайте, сколько раз за ролик Максим улыбнется. Давайте просто ради интереса. Эксперимента. Я скучаю, говорю, по тебе. Не слышу. Вы это что, офигели, что ли? Ты что, сука? В коридор выкину. Бля, как мне здесь теперь пройти-то? Он начал спортом заниматься, кстати. Опа! Вроде он не такой. Он что, ёбнулся? Вот и я поставил, что, едем? Нет. Почему мне смешно? Ну это же смешно. Хорошо, что ты зашел. Увидимся на Игромане утром, ребят. Всем пока, спасибо, что болели, что поддерживали. Пока, вырубай. Все, вырубай. Звук. Также электрическая. Как она на вкус? Как мята. На жвачку. Зубная щетка Genius 10000 N черная, оснащена литийно-ионным аккумулятором, работающий до 2 недель без подзарядки. Подзарядки. На украинца превратился. Так, секундочку. Почему тебе не смешно? Это же очень смешно. Ну, типа, это реально смешно. Сегодня день такой, Христос воскрес, всех здравствуйте, всем яйца, я принесу вам такой, вот я крутой, ведь я такой вот так. Стало у нас какая-то, типа, плоско. Грустный дэнс. Лёша идеально. Ты реально смешно же. Из-за хурма. Опа, сольный концерт хурмы. Не, ну реально смешно, я не знаю, что ты смеешься. Эй. Эй. Работай. Эй, ой, ты что тут творишь? Лёгкие тайминги. Прикольно, кстати. Не помню твое имя. Да, дикий тайминг. Ай, блядь, страшно вырубать. Я не могу, мне смешно. Сука, это вообще что за, блядь, охуенно! Он реально это наиграл? Всем ебало дают, у всех нахуй суперспрей, блядь, никому нахуй ванбой, блядь! Нет, ну тебе смешно. Челы просто не щадят, вообще, блядь! Перемотай. Вообще не щадят, нахуй! Они просто сразу на нахуй въебало тебе! На нахуй! Прям сразу въебасось! Ну и вообще похуй, что ты делаешь, блядь! За стенкой ты въебали! Пошел нахуй! На тебе, сука, въебало! Долбоебы косы, блядь! Да я эфир веду, придумываю песенки, я прямо на ходу. Моего друга в мониторе только я. Он на меня папает, донатит на шутя. Амина, ну сними ты уже масочку свою. Ладно, хорошо, как только лямчик наберу. Тэ-тэ-ли, бэйби, тэ-тэ-ли, бэйби. Охуенно, чуваки! Ну, ты зря написал тебе пароль, скажи. Я ему написала в телегу. После рамсы со мной, ты на страшном суде. Я там сижу тебя с улыбкой и пивасом в руке. Блять, нахуй ты иди с своей игрой, блять! Ублюдки, блять, суки! Осуждаю, блять! Пизду нахуй, блять! Ёбаный рот, блять! Блять! Чем он? Я полностью осуждаю этого стримера и не поддерживаю точку зрения, ребят, будьте максимально толерантными, это кринж, это некрасиво, так делать нельзя, я извиняюсь за него, пожалуйста, извините меня, кого это могло задеть.
то уже как-то можно, типа, увидеть раньше, что там может выскочить. И, кстати, Врейдила крутой чел, он очень крутой. Он, короче, один раз покинул, он такой большой, что он один раз рубаху на себе порвал, когда играл. Он такой, типа, сидит вот так вот, встал, короче, у него один рубаху порвалась просто вот так. Ой, блядь, вот сюда! А, блядь! А, блядь! Куда? Вот же! А, блядь! А, нормально, можно открывать. Мой стул, кстати, Сколберг. Try and fix, спасибо за 25. Стоп, ты охуел. Ты охуел. Сколберг это тот самый, который, типа, который как мой выглядит, да, икеевский. У него еще подушка здесь вот эта есть, да? А. Ой. Брат, брат, счастья тебе и здоровья. Ну, кстати, надеюсь, геморроя у тебя не будет. Привет, Данил Бугай. Спасибо большое. Тридцаточка на улице, в электричке 38, и ты такой, готов? Готов, блядь? И ты такой, окошечко, вот так вот берешь, опа! Спасибо. А тебе что говорят? Давай, а? Готов? Меня продует, блядь! Закрой окно! Это смешно, да? Аринян. Но Аринян сейчас не сможет по полной бороться, потому что ее основная фишка сейчас запрещена. Ну, тут мем. А какая фишка у нее запрещена? Ну, посмотри. А у нее основная фишка, знаете, какая? Как она это делает вообще? Нет, она не так делает. Она вот так. Она вот так, блядь, делает. Нет, она делает вот так. Она делает вот так. Она делает вот так, блядь, это очень похоже, реально, очень похоже. Сейчас донатик прочитаю. Бля, не сверлит! Он меня слышит? Не сверли, пожалуйста! Постучи по батарее, у вас так работает? Ну, может, совсем не подъезжать быть. Да? Не стучите! А, не сверлите. Зайка нам рекламировала уже салон, где легко делают такой дизайн ногти. Не знаю, я делаю просто в рандомных всегда. Спасибо большое за донат. Да. Мы будем ждать, пока эта тварь досверлит. Мы будем, блядь, ждать. Все, парни, закончил. Да, бля! Хуй знает, блин. Да ты заебешь меня сегодня! Леса, можно реально к ним с ноги уебать? Можно реально с ноги уебать? Я не могу уже. Опа, ебать, халява на. О, катаныч. Фу, блядь, съебываемся, ребята. Ясно, блядь. Съебались далеко, блядь. Вам очень громко это вот сырло? Блядь. Охуенно съебался, блядь. Академия наук. Подарите диплом, а? Да, подарите диплом, пожалуйста, кто-нибудь. Может тут сидит какой-нибудь декан, ну, так, мимолетом. Ты слишком заморачиваешься по поводу диплома, отпусти эту ситуацию. Да? Да, типа похуй, отпусти ее полностью. Вообще не приходи даже на сдачу, насрать. Это твоя жизнь. Да, у тебя есть диплом, да? Ну, так сказать, есть. Теоретически он существует, я за ним не приходил никуда. Он где-то лежит. Ну, ей очень-то и хотелось. Бля, так он же часами прилизывается, нет? Ты бы смотрел, если бы прилизался? Блин, я так же могу делать, потом. Я художник, я так вижу. Мне кажется, ты заебала чувака, который рядом с тобой. Нет? Нет, все хорошо. Спасибо огромное, чел. Уходи. Я подмигнул ему. Уходи. Что? Всем пока, парни. Обнял, поцеловал. Будешь знать. Все, я с тобой не разговариваю. Чего? В смысле? Я подмигнул парню, который знает. Да, конечно, все, я с тобой не разговариваю. Я сказал, ты три раза моргнул. Спасибо большое, Логинов. Все, мы с тобой больше не разговариваем. Все, иди нахуй, блядь. Извини. Нет. Ладно, извини.
Переборщила. Но ты все равно тварь. Ну ладно, не тварь, извини. Переборщила опять. Ты дурак, понял? Все, сейчас не было перебора, что ты так смотришь? Ой, это горчит она. Ну вернись, заебал. Что ты сказал? Извинись. Ваня, гимна его, да? Кукол! 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 Аня пишет библиотеку. Попробуй только кинуть меня. Попробуй только. Я потом тебе кину. Только попробуй. А сколько времени? У нас еще 20 минут есть. Все, может, да, ты уйдешь, я поиграю в Вовку, они посмотрят, как играют. Все, не въебывайся, ЧСВ. Подвиньте поближе, тебя не видно. Короче, Максим супер ЧСВшный, поэтому не знаю, за что вы его так любите. Ну, может, подвинуться уже. Что-то вы думаете? Надо меня позорить. Ну, ладно, не говорить, клеветать. Это клевета, ребят, это неправда. Максим не ЧСВ. Я наврала вам. Я признаюсь своей лжи. Ты доволен? Угу. До мороза. До мороза. Если бы я тебя полюбила. Не были бы горькими слезы. Это он рандомную женщину нашел? Я не любила. Ты пишешь это очень нежно. Не были бы горькими слезы. Куда не знаю, насколько ты нежный. Давайте, ребят, ББ! Это Хесс? И быть там пыльно. Все, гайс. Увидимся! Прощайте! Я люблю вас! Спасибо огромное! Два! Один! Ай, блядь! Танцевала. Че, идем дальше, смотри?